Барабинские школьники приехали на занятия в НГТУ. Сегодня в рамках трехдневной выездной летней смены в Доме научных коллабораций ребятам рассказали об энергетике России, Новосибирской области и о том, как сберечь ресурсы планеты. На занятиях побывал и Станислав Блинов. На экскурсии почти 30 ребят из Барабинской школы номер 3, недавно перешедших 8 и 9 классы. От поездки школьники ждали скучных лекций, но в НГТУ их смогли удивить. Нам это преподнесли как-то творчески, нам показали разные видео, как проводят электричество, и это правда очень интересно, даже хочется попробовать. Дом научных коллабораций НГТУ появился в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование». Среди направлений – робототехника, электроника, ресурсоснабжение, промышленный дизайн. Проводят уроки технологии и биологии. Преподаватели – люди увлеченные, поэтому и занятия проходят интересно. Ожидала вообще другое. Ожидала то, что будет хуже, но все отлично. Узнала много нового про ТЭЦ, АЭС, ГЭС всякие. Узнала про маленькие станции. Сразу после теории – практика в соседних лабораториях и на кафедрах университета. Как использовать солнечный ресурс, наглядно видно на стенде преобразования энергии. Мощные лампы под управлением компьютера освещают панель, и энергия света становится теплом, нагревая холодную воду в радиаторе отопления, например. Сегодня, кроме смен, для ребят из районов области есть образовательные программы на 72 часа. Там обучается примерно 400 человек. Кроме того, каждый день проводят семинары, мастер-классы, проекты и конкурсы. Приезжают школьники из соседних областей. Ребят с удовольствием пользуются нашим оборудованием, потому что для них это все равно новое, когда можно, например, самому там что-то вырезать на лазерном станке или на 3D-принтере напечатать ту модельку, которую ты только что создал в программе. Знания, полученные за несколько дней в Доме научных коллабораций НГТУ, помогут ребятам ответить на один из важнейших вопросов – кем быть и сделать первые шаги в направлении выбранной профессии. Станислав Блинов, Андрей Руднев, Новости ОТС.